Всем привет! Продолжаем проходить игру Line of Sight, Вьетнам. И следующая миссия у нас на очереди. Какая по счету, уже хрен его знает, да и здесь названий-то особо и нет. Итак, похоже, что враг принял решение еще больше ухудшить нам жизнь на огневой базе Альфа. Вьетконговцы подвели тяжелые пулеметы на некоторые из холмов в окрестностях базы для того, чтобы обстреливать вертолеты. Время от времени они также обстреливают базу из 12-7-миллиметровых пушек. Чего, блядь? Ладно, наверное, пулеметов, заставляя нас пригибать голову. Проблема стоит в том, что вьетконговцы все время передвигают пушки, не давая авиации атаковать их. Подразделения Шип и Топорик были направлены, чтобы обнаружить их, тогда как мне поручили проверить парочку мест при помощи наблюдателя. Пока мы ждали зеленый свет для проведения миссии, один из вертолетов снабжения был сбит и разбился совсем недалеку. Нам приказали двигаться к месту его падения и спасти оставшихся в живых. Как только мы уничтожим пушки и доберемся до места аварии, нам нужно будет связаться с базой по рации, чтобы нас забрали. Альфа-1 беспокоится о судьбе нашей сбитой птички. Итак, у нас цели убрать две зенитки и подтвердить, что команда вертолета погибла. Такое ощущение, как будто мы играем, блин, реально за вьетконговцы такое, типа сбили, иди подтверди, что они сдохли, короче. Жесть. Ладно. Начинаем. То есть я уже знаю, что они сдохли. Подтвердите, что она погибла. Так, давай, сейчас стреляй. Чё у нас? Винтовка, как обычно. Ладно. Ну, пойдем. Блять, застрял. Это кто сейчас? Вот она. Может, СВДшечка будет? Да. Топ. Блять, сохранился, ебать. Мастер сохранения. Это с СКСом, по-моему, был. Понял. Идем далее. Да, это СКС. Икы, так сказать. Так, а нам туда надо двигаться куда-то. Блять, а что это такое? А. Ну ёб твою мать. Амхет, нет, давай амхет переиграем. Так, аптека у меня. РПД давай возьмем. Во, оружие. Постоянно набираю, блин.
охуенно. Не вижу. Ладно, возьмем. Блядь, взял. Блядь, не убил. Убил. Вон, вертуха. Готовы. Да. Стрейфит он круто. Что за звуки, блядь? Друзья, мне туда надо. Да, однообразие, конечно, лютая игруха. Ну уж, ладно. Лучше это пройду я, чем в это говно будете играть вы. Конечно, я знал. Ой, я только сейчас заметил, что патроны пропадают, если перезаряжаешься. Лол. Класс. А? Понял. Дядь, я не увидел, откуда выстрел был. Здесь кто-то свою жопу тащит по кустам. Вот кто тут свою жопу тащит по кустам. Какая-то точка была. Ничего, никто не бежит, что ли?
Растяжка. Чё свистишь? Денег не будет. Здесь по-любому где-то снайпер должен быть. Так и сказал. Блять. На ней патроны закон. Давайте последний патрон попробуем. В башку ему засунуть и выбрасываем. Так, берем. Гор СКС возьмем. Хотя. Так-то на самом деле нахер он мне не нужен. Да, на СВД патронов до конца миссии хватит. Мы, собственно, куда идем-то, блядь? Калаш. Бля. Вот еще растяжка, вот она, на которой мы разнеслись. Странно. Куда-то, по-моему, не туда идем. Хотя фиг знает. Откуда-то пришел. А откуда он пришел? Здесь кто-то еще был. Значит, тут двое. Да ёпта. Начинается какая-то херня. Блин, может нашему как-то снайперку дать? Может он с ней получше будет? Ну-ка, сейчас сохранимся, посмотрим, что у него тут. Винтовка 80. Пулемет 90. Снайпер 75. А, нет, со снайперкой танкирова.
Пулемет у него нормально работает. Ладно. Open up on them. Постреливай хоть иногда. Опять дом какой-то. Твою мать. Блять, я его так и не увидел. Всех кукол распугали своей стрельбой. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Вроде правильно идем. Я уже даже цель забыл. А, зенитки две надо завалить. Так, идем далее. Он еще кого-то увидел. Прицел. А я вот не увидел. А, блядь. Че вы тут с СКСами-то? Стрелял хоть. О, еще. Держи десерт.
Так, патроны на коллаж полностью у нас имеются. А вот и зенитка, ебать. Конечно, да, постреляешь такой по самолету. Какой же бред. Ладно, сохраняемся. Убегаем. Нафиг я перезарядился. Все, записываем. Идем далее. Ой-ой. Ой-ой. Вот так вот. Чё, кто-то в здании, что ли? В будке в этой? Свин вонючий. Готов. Сюда. Так, идем дальше. Давай, не дохни. Вон зенитка уже. Зенитка, блядь. Просто пулемет станковый. Стоит, может, даже Горюнова, да, или Горюнова. Ты сам себя выдал. Иди сюда, блять, оленяш. Ладно. Дадим, попробуем ему винтовку. Может, лучше будет. Так, снайпер там, помним.
Hold up. Fire at anything that looks suspicious. Давай, вали их нахер. Так, записываем. Follow me. Open up on them. Так, и теперь у нас задача подтвердить, что команда вертолета погибла. Офигенное задание. Краешек. Дай-ка ему патронов дадим. А, ну да, вот, нормально. Let's go. Open up on him. Жив? А, он все равно берет на... Давай переиграем. А, ну он меняет, короче, на автомат. И все тут. Готов. Опять, выброси нахуй. Это дерьмо. Давай, сохранимся, вдруг совсем там что-нибудь сломается. Кто тут? Да не шелести особо. Ты издеваешься, сука. Ладно, пес.
На тебе автомат. Не хочет с винтовкой бегать вообще ни в какую. Понял. Где-то слева должен быть снайпер. Где, блядь, тут... А. Ну ладно, похер, у нас все равно полно патронов. Пойдем дальше. Получи. Я видел там кого-то. Хера себе. Решили массированную атаку устроить. Интересно, то, что горит, это что это? А, краш-зон. Зона крушения. И что тут? Блядь. Время, ёпта, пострелять. Тут ты не стреляешь. Не вижу нихуя. Блять. Дебила кусок.
Блин, трава высокая. Чё ты там болтаешь, сука? Да. Мы его завалили или нет? Не пойму, блядь. Завалили. Давай, давай. Живи. Как это надо подтвердить-то? А, во. Нет, не во, во. Аптечки кругом. Полный инвентарь. Да ёпта. Все, выполнено. А, запись. 23. А чё с пистолетом ходишь? Понятно. Походу, кроме М16 я ничего не воспринимаю. Вообще лучше ничего не менять из пушек. Куда мы идем-то? Куда-то туда. Лицы и вьетнамцы, блять, верещат в кустах, как зайцы. Получил. Получил. Четыре же было их. Мы, по-моему, только троих уработали.
nó, chuyện gì vậy? Блять. Кусты еще такие максимально прям блядские. Глина. Вот как с ними воевать? Есть. Второй есть. Кто кого завалил? О, молодец, напарничек. Хоть кого-то ты завалил. Вот и все, в принципе, здесь у нас должен быть конец миссии. Фух. Да уж. Так, трудная часть заключалась не в том, чтобы найти мобили артиллерийские расчеты или место падения вертолета. Сложно было ускользнуть от толпы из конговцев. Похоже, их здесь тучи подразделения. Шип, топорик вступали в серьезные перестрелки с большими группами врага. Уже полностью ясно, что наша огневая база становится крупным бельмом на глазу врага, и он хочет избавиться от него. Одна из групп, топорик, вернулась с военнопленным. Он довольно быстро заговорил и сообщил нам местоположение вражеской базы. Мы практически уже стояли на ней. Под одним из ближайших холмов был сооружен подземный комплекс. Пришло время занять туннельными исследованиями, прямо как это было дома. Но почти дома в пещерах не было хорошо вооруженных коммунистов. Итого у нас статистика за 29 минут мы прошли эту миссию. Вот, ну, чистого времени. И 106 человек уработали, наш товарищ шестерых завалил. Вот как-то так. Вот, на этом у нас миссия закончена. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте подписаться на телеграм-канал. Вот, так сказать, запасной аэродромчик, чтобы не терялись, ничего не было. Вот. И оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока.